стартуют отборочные соревнования для участия в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Соревноваться участники будут по 20 компетенциям. Команду Чувашской республики представят 19 победителей регионального этапа по 17 направлениям. Участники будут выполнять задания под наблюдением веб-камер на домашних площадках в своих субъектах страны. Оценивать конкурсантов будут в центрах управления соревнованиями, которые размещаются на территории регионов соорганизаторов. В Чувашии 2 таких центра: по компетенции «Поварское дело» на базе Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции, по компетенции «Электроника» на базе межрегионального центра компетенций Чебоксарского электромеханического колледжа. Соревнования завершатся 20 августа, и тогда станут известны имена финалистов чемпионата.